В ходе инспекции городские власти проверили оснащение десятков сотрудников бюджетных организаций. Особое внимание уделили технике, которая вскоре отправится на улицы. За 8-м микрорайоном закреплено 3 автотракторные техники и 1 пылесос. На центральной площади и на центральных улицах 2 пылесоса закреплено. Сотрудники ответственных организаций используют специальный инвентарь, который может стать небезопасным без тщательного соблюдения правил. Инструктаж занимает особое место в подготовке личного состава. Удостоверение. Мы работаем на вышке, у нас удостоверение все. Пояс и каска. Десятки человек скоро выйдут на работы в Одинцовском районе. Эти сотрудники будут заниматься как облагораживанием, так и уборкой наших улиц. И на сегодняшний день важно понять, все ли они имеют для того, чтобы выполнять свою работу. Городские службы планируют высадить за сезон 500 000 цветов. Кроме того, бюджетные учреждения будут заниматься проектированием клумб, благоустройством и уборкой зеленых зон. Придется работать больше. Но для того, чтобы привести город в надлежащее состояние, уборка мусора, цветочной рассады. Проверка техники и людей – лишь часть большой подготовки к теплому периоду года. Насколько успешной она оказалась, покажут уже ближайшие месяцы. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».